Важный день для ульяновцев и всех россиян. Чуть больше года назад прошло знаковое событие – воссоединение новых регионов. В честь этого дня в Ульяновске подготовили выставку, которая проливает свет на героические моменты воссоединения новых регионов. Воссоединение братских народов – это как встреча двух братьев, которые давно были в разлуке, воссоединения семьи. И те эмоции, которые люди испытывают, они дорогого стоят. На первых планах выставки – работа фронтового фотокорреспондента российской газеты Владимира Аносова. Эти фотографии стали свидетельством нелегких дней, когда народы своими усилиями восстанавливали мир и согласие. Рядом снимки обычных ульяновцев, которые занимались восстановлением инфраструктуры в воссоединенных территориях. Заметили, какая была тишина? То есть дети поняли, что это реальные картинки, которые не фотографии, не просто там взяты откуда-то, а фотографии действительно то, что было. Воссоединение новых регионов стало знаковым моментом в истории нашей страны. И эта выставка напомнила о важности единства. Увидеть фотографии можно в штабе общественной поддержки «Единой России». Экспозиция будет доступна до 10 октября. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.